Вообще. Как мне Беркут? Чат, как мне Кипелло больше потому нравится. Что... Так, Дима Андрейки. Потому что я не хочу ну давай, нажимать, Дима, потому C6, что у нас C6 как-то C6 стал подписку. Если нажимаешь, то подписываешься и как потом лопаты будут постоянно выскакивать. А, E4 пойдем. Так, E4, давайте, Саша Шиманов, да? Давайте C5. Так, D4 я с ним играл, он там уже такое ощущение как-то подготовился даже. Саша, будем драконить. Сашу мы будем драконить беспощадно. Ну ладно, так. Или C3 муж пульнуть. C3. Ну давайте через D5, да? Крещение огнем тоже хорошее, да. Не знаю, слон G7 или... Слон G7 вроде конь D2. Чуть точнее. У меня с Сергеем Жигалко здесь большой опыт. Встреча на C5 я не боюсь взятия. Шикару Накамура тоже были шикарные партии на эту тему. Так, конь d2, вот здесь уже, может быть, начинаю, да, немножко попасаться. Все, попадем в битву стримеров. Блин, а че пешку не забрал? Может, можно было забрать, кстати. До этого на dc ферзь d1 был бы ход неприятный. Слон c4 у него это есть, d4, конечно, да? Ресурс, но... Он слоном побью. Но он бьет слоном, так. Даже вперед, не знаю, за кого болеть, я тоже не знаю. Туда пока что ушли. Ну, кстати, уже можете получше даже при случае. Так, я не знаю, конь G4 имеет смысл? Конь G4, слон F4 пока вроде. Или повременить. Давайте пока повременим. Кстати, на открытый, ну, конь G4 может. Да, вот у нас три типа защитился. На самом деле, хочется спросить, от кого ты, дружок, защитился? Ни от кого ты не защитился. Ничего ж не зеваю. Получи, распишись. Так, и не знаю, E5, слон G3. Любимый флаг, ну ладно. Конь Е4, ладья Е8. М-м-м. Кстати, может быть интересно, ребята. Надо крутить. А что он такой? Он все время на меня несется в атаку. Что ему сделать? Ага, Саша, надо крутить. Так, Е4, конь Е4, ладья Е8. Е4, съели ладья Е8. Ну как-то я что-то в этом ну, не да, уверен. Это что-то интересное. Конь Ж5, нет, пока. Хоть я и зарекаюсь иногда не играть на красоту. Говорю, играй практично, выигрывай. 5. А нет, потом рука сама просит. Говорит, а почему бы тебе, Дима? Сейчас важный момент, ребята. Сыграть. Я хочу закалировать этот блеф. Докажи, ну что, конь Е4, ладья Е8. Конь H2, есть какой-то бредовый. Реально, довольно опасная связка так будет. Так не хочется. На короля. Так, белые не успели рокировать. У них есть некоторые проблемы. Но может быть он сейчас, правда, считает рокировку. Может быть, это смысла не лишено. Почему бы и нет? Рокировка Е. Надо ходить. Так, нет, все-таки бьет конем, окей, связка. Надо ходить версии 2, слон F5. Е4. Не, ну там, кстати, тоже RGS, он G4, да, игра продолжается. Точно, по сути, игра продолжается. 100%. Большое спасибо. Ферзь D5 нет уже. Так, спасибо нет, большое. Опять съели конь F6. Рад, что вам нравится, рад, ладно, что это доступно для вас. Время, блин. Просто с него, конечно, так нельзя медленно играть. Я имею в виду в плане сложности. Потому что иногда люди жалуются, говорят, слишком сложно комментируешь. Но видите, кто-то доволен. Так, окей, ферзь D5. Значит, могу качество пожертвовать, но, по-моему... Кстати, у меня сейчас фаруха хотел сказать, это чушь, а может и не такая чушь. Так, могу слон... Че, неужели на C4 сейчас побьет? Ферзь F7. Да, сосед, неуважение высшей категории так будет. Так. О! Там может быть еще круче, ребят, я, получается... Неожиданно. Скрою линию. Сильный F3, конь E5. Так. Добро, так, даже ладья 1, может, можно. Давайте попробую, вот. По времени догоняет. Опять же, хоть и зарекался, но давайте попробую. Взяли? Я сейчас, ну... А, он пешка бил, ничего себе, если тут пробил. Что-то вот это вообще не рассматривал. Эту опцию, если я взял на F3... Ну, как-то типа слон D3, да? Ну, иначе, по идее, равный должен быть. У него структура лучше, у меня два слона. Да, я не доглядел. Я думаю, он C4 побьет.
учитывая явное неуважение. Это я не доглядел. Ладно, тогда там будем думать. Придется. Не, не пошло. Не то, немножко. Немножко не туда. Так, ничего ж не зеваю. Оно пошло. Ну, с другой стороны, кстати, даже это не так плохо сейчас как-то. Аж 5 пока. Так, Слон c4 интересно смотрится. Ну-ка, что за ход? Потом же, да, после парты немного покажу варианты. Какие считал. Может, кстати, Слон c6. Так, ладно, ходить. Так, ну здесь все-таки позиция требует некоторой концентрации. Поболтать я люблю, но тут счетная позиция, по крайней мере, была, да, наверное, и остается, по сути, потому что на король f1, ладья c2, например, интересно, но там очень ответственно. Времени мало, ходи. Поменялись ладья b2, ладья d7. Так, а он как-то очень сухо, да, играет? Ну, опять какой-то пассив ушел, блин. Мне кажется, он c4 было поинтереснее даже. Ладья d7, окей. Что-то я не то сделал. Так, g5. Слон c6, по идее, ничья, да, на слон c4 можно было покатать, да, мне кажется. А это, кстати, ничья такая вот, Андрейкин хуже. Короче, g6 готовлен, ладья f7. Пойди еще сделай это ничью. Там ладья b7, правда, у меня есть ход. Ладья b7. Пешка. Давайте его потолкаем отсюда. Что, за это и зашли. Еще потолкаем. Сюда. Король h2, да? Можно и так. А, на g4 пришел, ух ты. Я как-то этого недооценил. Так, не хочу, чтобы он активизировался. Этого телодвижения я недооценил. Так, А4 шажок. Король F5 хочу. Король Е4, ничего себе. Так, если G4... Король f4, ладья g2 пока. У меня, конечно, пешка g это козырь. В рукаве. Так, ладья c1. Не факт, что работает, да? Или работает. Можете работать. Вот! Вот не повесил. Так, надо как-то искать соскок. Так, вот это вроде ничья, да, если я на c5 поставлю? Ну, как-то буду стоять, да, я же 5, типа. Так, шаг ушел. Блин, еще он крепость построил, я дал ему крепость построить. Так, ну ладно, сейчас попробуем. Ну да, главное, на c5 ее не ставить под бой. Королем ходить. Сейчас можно и на c5 поставить, пока король ушел. Сейчас не будем ставить. Это как крепость, да, такая? У меня есть тачпад, а бейсфлаг повесить. Бывает в шахматах. Не вижу выигрыша. Да, если он на f4, тогда я на c5 перехожу. Опять же, все под защитой. Все под контролем. Так, не зеваем. Ферзь. Как я ему дал крепость построить? Дурацкую. О, непросто, да. Видите, концовочка уже непростая. Какой план-то вообще придумать здесь? Так. То есть мы будем все 50 ходов заиграть? До потемнения в глазах. Нет, не зевну я. Размен я не зевну. Хотя это, кстати, при ладье на g5 это даже не зевок.
меня же там король все равно ближе. Челюсть. Да, ну и по правилу 50 ходов ничья, ребят. Ну такая трудовая, трудовая. Я сейчас уже не буду показывать, что я там считал. Уже надо немножко отдохнуть. О, видите, сейчас три последние партии прям реально идут непросто. Блин, появилось где-то 7. Так, тысяча зрителей у нас, ребят, рад всех приветствовать. Сейчас я даже кофейку не успел глотнуть толком. Как вот просто появится 4-5? Зачем мне все эти какие-то шаги? Магнус уже начал, оторвался. 10-5, пойди. Просто ну да, остался. Битва мощная была, кстати. Я d5, ферзь b6. Вот видите, в конце немножко надо эндшпиль изучать. Если эндшпиль изучаешь, то... У меня уже паника началась. Хорошо, все, ну, понимаешь? Просто я боялся реально. С мышкой я бы флаг так не боялся повесить. Как отстояться? Тачпаде. Не, Шимон молодец, боролся нормально. Дебют разыграл бездавно, конечно, где-то должен был перекладывать, а потом он... Здесь еще продолжает.